Новогодний подарок будет отличный. Да, под Новый год мы все с вами откроем, пройдем с экскурсией, посмотрим на наших педагогов, воспитателей. Елку. Дети уже могут прийти. Отлично. Потрогать руками. Потрогать и хоровод. Спасибо, красивое новое. Хоровод сводить. Новый детский сад, несомненно, лучший подарок для детей и родителей, считает Андрей Иванов. Все работы по реконструкции дошкольного учреждения номер 82 на Можайском шоссе должны быть закончены в срок. Садик откроет свои двери для малышей сразу после январских каникул. Ход выполнения ремонтных работ проверяли вместе с родителями. Проверяем качество, проверяем ход работ, согласовываем какие-то решения, которые по тем проблемам, которые появляются в процессе производства работы. Это и вынос коммуникации, и забор, и дополнительно необходимо было построить подъездные пути, парковку, чтобы дети комфортно заходили в детский сад. Какие-то деревья обсуждаем, оставлять, как и убирать, потому что они уже заболевшие. Сделать предстоит немало. Здание 1980 года постройки долгое время находилось у частных инвесторов, а в прошлом году перешло в муниципальную собственность. Здание даст 120 мест для дошколят. Это значительно разгрузит другие сады в микрорайоне. В новых группах детям будет гораздо комфортнее, уверены родители. Шкафчиков на всех не хватает, потому что спальни и группы большие, а предусмотрены раздевалки маленькие. Да. Поэтому вынуждены или в группу ставить ящичек выдвижной, или что-то. Или стульчик. То есть получается, кто первый пришел, того и тапки, висели кого шкафчик. Ну, лучше шкафчик где-то доставить, чем дома. Чем безусловно, долгие годы ждут появления здесь объекта, потому что есть очередь определенная и в ясельные группы, и в группы от 3 до 7. И, конечно, садик будет долгожданным, очень востребованным. Уже много заявок для включения именно в этот детский сад детей. Большое дело. И я уверен, что мы с этой задачей справимся до конца года. И торжественно вместе с родителями откроем новый детский сад в этом микрорайоне. К декабрю все строительные работы планируется завершить, чтобы до Нового года управиться с внутренней отделкой, завести необходимое оборудование, мебель и игрушки. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».